Недостраивать объекты скоро станет невыгодно. Правительство установило порядок проведения публичных торгов при продаже объектов незавершенного строительства. Возможность отчуждения объекта незавершенного строительства, находящегося на муниципальной земле, и его продажи с торгов предусмотрена поправками в Земельный кодекс. Согласно поправкам, под стройку муниципальная земля будет теперь отдаваться в аренду только на нормативный срок строительства, максимум на 10 лет. По истечении этого срока орган местного самоуправления, заручившийся решением суда, имеет полное право участок вместе с долгостроем продать. Установленные правила торгов предусматривают, что они проходят в виде аукциона, открытого по составу участников. Новый порядок отчуждения долгостроя и его продажи с торгов будет действовать с 1 марта.